Ну а в течение всей недели на Донбассе соблюдался режим тишины, и мирные жители начали возвращаться в родные дома. И это несмотря на то, что на неподконтрольной территории продукты втрое дороже, а многих медикаментов в аптеках просто нет. Чтобы облегчить жизнь людей, месяц назад вблизи линии соприкосновения открыли первый гуманитарно-логистический центр. Как он работает сегодня и кто его посещает? В Зайцево побывала Виктория Чистюхина. В логистическом центре в Зайцево торговля ведется с 8 утра. Массового наплыва покупателей здесь так и нет. Людям по-прежнему приходится простаивать на пунктах пропуска по несколько часов. А общественный транспорт, который чиновники хотели запустить еще месяц назад, так и не работает. Подруги Татьяна и Наталья из Горловки добираются в логистический центр на велосипедах. Проехать нужно 18 километров. Коль вы открыли этот рынок, позаботьтесь о том, чтобы и был сюда подъезд какой-то. Чтобы успеть к открытию центра, встают в 5 утра. Жить надо как-то. Детей надо кормить. В Горловке все дорого. За продуктами женщины ездят в Зайцево уже месяц. Запасаются на зиму картофелем и луком. Подвалы, в которых еще год назад жили, спасаясь от обстрелов, постепенно заполняются оленями и овощами. Говорят, цены у торговцев в логистическом центре вполне демократичны. Вот, например, куриные продукты, окорочка, да, филе, там фарш намного дешевле. Поэтому мы здесь... Ну, в два раза это точно, в два с половиной. Мы покупаем не только себе, но иногда покупаем и соседям. Масло, допустим, здесь 35 полкило, а у нас 450 грамм. Если в рынках, то 60, а здесь 35. Значит, на 25 уже как-то экономим. Но приехать сюда могут не все, а лишь те, у кого есть собственный транспорт. Но им добраться издалека невыгодно. Слишком велики расходы на бензин. Я живу на поселке, наверное, где-то домов 70 у нас на поселке. Ну, наверное, я езжу, и я больше не... Ну, может, еще один человек, и больше не ездят. Вот, нет возможности. Масличка это ароматно, но оно вымороженное, потому оно не горит и не пенится. Будете жарить с удовольствием и салатик делать. На территории центра аптека, мобильное отделение Ощадбанка и торговые ряды, которые приспособлены для работы только в летнее время. Продавцы тоже хотят, чтобы им утеплили рыночек. Представьте, что с нами будет зимой. Тут сейчас руки калели, а дальше что? В логистическом центре торгуют в основном местные фермеры и предприниматели. Дмитрий возит свинину из Курахова. 65-70 гривен у нас. Мы по много не возим. Мы так примерно посмотрели, сколько можем продать за день. И постоянно свежее. Сколько продаете за день? От 70 килограмм до 200 где-то так. Из-за острой нехватки медикаментов на неподконтрольной территории люди покупают здесь и лекарства. Некоторые привозят под заказ. Онкологическая группа. Мы ее не берем в достаточном количестве, а под заказ привозим. В конце августа гуманитарно-логистический центр открыли для миллионов мирных жителей неподконтрольной территории. Но по факту в день его посещают порядка 100 человек. Ведь добраться сюда могут только из Горловки и Инакиева. По дороге людям нужно преодолеть 6 блокпостов, проезжая через Макеевку, Ясиноватую, Горловку и Майорск. И только потом, выстояв очередь несколько часов, желающие купить товар подешевле могут пересечь линию соприкосновения и попасть в Зайцево. Донецк сюда не приедет, потому что это очень дорого будет. Даже если своя машина заправится. Бензин там бешеные деньги. Зайцево? Не слышал. В Донецке многие мирные жители даже не знают о существовании логистического центра в Зайцево. А те, кто все же слышал, боятся туда выезжать. Хотелось бы, да, поехать там. Ну, я побоялся туда ехать. Просто там сильно боевые действия шли, я боюсь. В эти дни готовят к открытию второй логистический центр возле нового пункта пропуска в Новотроицком. Событием недели удалось снять эксклюзивные кадры перед открытием. Этот пункт заменит существующий в Бугасе. Пост будет перенесен сюда, 30 тысяч украинского населения выйдет, скажем так, из серой зоны и будут жить по нормальным украинским законам. Новый маршрут проезда в гуманитарно-логистические центры пока есть только на бумаге.
первый вариант, подходят автобусы до нулевой отметки, а мы их встречаем оттуда своими автобусами. Второй вариант, ну, маловероятный, то что автобусы были бы, пустились бы до площадки, здесь под контролем люди покупали все и уезжали бы на ту территорию. Это когда я уже была главной администратором. Выйти из дому, а тем более выехать за пределы города, дончанка Алла Владимировна не может. В прошлом балерина, а сейчас пенсионерка, болеет артритом и ходит с трудом. 15 лет я уже артистка балета Донецкого государственного театра оперы балета. А сейчас он еще и академический. Алла Владимировна вместе с лежачим отцом осталась без пенсии, поэтому уже год не могут купить даже необходимое. Семье Мельниковых помогает подруга Диана. Именно она обратилась в штаб Рината Ахметова. Два продуктовых набора в месяц. Спасение, говорит Алла Владимировна. Спасибо, Рината Ильич. Я его видела в театре, он приходил в театр всегда на премьеры. Очень такой интеллигентный человек. Вот, мы, конечно, так, знаете, его встречали. Приятный человек. На неподконтрольной территории нуждающихся сотни тысяч. Сложную гуманитарную ситуацию отмечают в ОБСЕ. Оказывать в полном объеме гуманитарную помощь Украине и другим странам в зонах конфликта сегодня не могут даже в ООН. У нас недостаточно денег для того, чтобы спасать достаточное количество человеческих жизней. У нас только половина того, чтобы помочь народу Ирака, Южного Судана и Йемена. И только треть для Сирии. Наш ответный план для Украины финансирован на 39%. Тем временем потребность в продуктах и лекарствах остается очень высокой за линией соприкосновения. По последним данным социологов, треть населения остро нуждается в продуктах. Наборы выживания мирным жителям раздают волонтеры штаба Рината Ахметова больше года. Помощь на логистические базы Донецка и Мариуполя регулярно доставляют гуманитарные рейсы Рината Ахметова. 104 колонны с продуктами, а это 4 миллиона 741 тысяча продуктовых наборов для сотен тысяч нуждающихся по обе стороны линии соприкосновения. Продуктовый набор для самых необеспеченных, для людей, особенно пострадавших от войны, является для многих единственным средством существования. Поэтому гуманитарный штаб Рината Ахметова и в октябре, так же как и в сентябре, не снижает свои объемы доставки продуктовой помощи. Мы знаем, что эта помощь необходима нашим землякам. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, Данила Киреев. События недели.